Сегодня на утренней мы читали такие слова. «Все время покаяния, все день спасительный, пощение вход, душе бодрствуй, и страстей входы затвори, как Господу взирающий». Посмотрите, какие удивительные слова. Не просто это время, когда мы чего-то не едим. Это время покаяния. Вспомним о своих грехах, приготовимся к исповеди. Это день спасительный, потому что покаяние приводит ко спасению человека. Пощение, вход – это только начало, только вошли. Да не смутимся, да не отступим. Бодрствуй и страстей входы затвори. Каким образом? Постом. Потому что никак род сей не изгоняется, только молитвой и постом, как Господу взирающий. Если попробуешь сам, не получится. А когда обратишься к Господу, «Господи, укрепи меня, Господи, помоги мне, Господь поможет». И вот еще какие слова. «Грехов треволнение бурящиеся, во глубину не извлечит меня отчаяние». Огромное количество моих грехов может погрузить меня в такое отчаяние, что ни молиться, ни трудиться, ни поститься не могу. «Но к Твоей прибегаю, пучине милости, спаси меня, Господи». Вот иногда мы слушаем молитвы, стоим на покаянном молении, преклоняем колени, а не вслушиваемся в глубокий смысл слов, которые читаются. Вот почему хотелось бы обратить ваше внимание на следующее. «Постимся постом приятным, благоугодным Господеви. Истинный пост есть злых отчуждения, воздержание языка, ярости отложения, похоти отлучения, оглаголания, лжи и клятва преступления сих оскудение. Пост истинный есть и благоприятный». Вот в этих словах, мне кажется, даже не нуждающихся в особом переводе, все понятно, что если мы постимся полезным для себя постом, то есть с молитвой и с определенной степенью приближения к Богу, то он для нас становится радостным, временем приятным, благоугодным Господу, то есть не только нам радостным, но и Богу благоугодным. Истинный пост в том и заключается, что мы должны отодвинуть от себя злые мысли, злые похоти, злые, тем более, деяния, воздержаться языком. Вот это, наверное, самое тяжелое. Мы можем поститься, мы можем что-то не есть, но вот не ответить, не прокомментировать что-нибудь, а может быть, еще какую-нибудь сплетню про другого воздержаться и не распустить. Вот к чему церковь нас призывает, в том числе и к воздержанию языка, каких-то на других людей слов недобрых, оглаголания, лжи и клятва преступления. Вот от всех этих доскудеют в нас злые намерения, и тогда пост будет истинный и благоприятный. Вот желаем вам, дорогие, попаститься таким приятным постом, благоугодным Господу. Поздравляем вас с первым днем Великого Поста и желаем вам пройти этот пост и поклониться Святому Христову Воскресению.